Завтра погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Их прохождение с запада на восток будет сопровождаться усилением ветра, падением атмосферного давления и осадками. Итак, в четверг облачно с прояснениями. Ветер южно-юго-западный, ночью местами, утром и днем на большей части страны сильный порывистый. Пройдут кратковременные дожди, влажность до 100%. Атмосферное давление будет падать. К утру температура составит от 0 по юго-востоку до 6 по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет намного прохладнее. Одевайтесь теплее. В середине дня от плюс 1 по юго-востоку до 8 градусов по западу. К вечеру температура существенно не изменится. От 0 по Гомельской области до 8 по Гродненской. В пятницу дожди с мокрым снегом. Ветер западный порывистый. Ночью и утром по северной половине довольно сильный. Температура ночью и днем от 0 до плюс 6. В выходные дни с ростом атмосферного давления погода начнет успокаиваться. Осадки прекратятся, ветер стихнет. На отдельных участках дорог будет скользко. Температура ночью до минус 5, днем до плюс 5. У меня все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.